Уважаемые жители Хасавюртовского района, с мая 2011 года происходит замена полюсов старого образца на новые в соответствии с федеральным законом 326 об обязательном медицинском страховании по Российской Федерации. Когда данный закон издавался, то говорилось о том, что замена полюсов будет происходить постепенно. Но, к сожалению, жители района отнеслись достаточно несерьезно и неактивно по отношению к этому вопросу, потому что даже на сегодняшний день у многих людей сохраняются полюса старого образца. Хотелось бы обратить на это внимание, и мы рекомендуем вам произвести замену полюсов старого образца на новые. Что для этого вам необходимо сделать? Вам нужно выбрать страховую компанию на ваше усмотрение, обратиться в нее. Для этого необходимо иметь при себе паспорт или и СНИЛС. Если это касается ребенка, то свидетельство о рождении, СНИЛС и паспорт одного из родителей. Вы приходите в страховую компанию, которую вы выбираете, пишете заявление, и период обращения в страховую компанию вы получаете временное свидетельство. Временное свидетельство вот такое. У этого свидетельства есть срок действия в течение 30 дней. Срок действия указывается вот здесь внизу. Обратите, пожалуйста, на это внимание, потому что по истечению срока действия временного свидетельства медицинские учреждения имеют право отказать вам в оказании медицинской услуги. По истечению этого срока вы можете обратиться в свою страховую компанию и узнать, готов ли ваш страховой полис единого образца, и получить его там же, в страховой компании. На территории Республики Дагестан на сегодняшний день функционируют три страховые компании. Это страховая компания «МАКС-М», «БТБ медицинское страхование» и страховая компания «Милосердие». Информацию, более подробную информацию об этих страховых компаниях и о офисах, которые выдают полюса, вы можете получить на сайтах Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Республике Дагестан и также на сайтах самих страховых компаний. А также такую информацию вам могут предоставить в медицинских учреждениях. Там располагаются стенды данных страховых компаний, где вы можете получить номер телефона, позвонить в страховую компанию, которую вы выберете, и получить соответствующую информацию. Так, и еще хотелось бы информировать жителей Хасавюртовского района о том, что Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Дагестан создан контакт-центр. Он существует, он открыт и функционирует с 1 июня 2016 года. Это центр, в который вы можете обратиться по телефону, который указан на данном бланке, и получить исчерпывающую для вас информацию касаемо медицинских услуг, оказания медицинской помощи.